Всем привет, мы продолжаем играть в ТЛД. Сейчас мы с вами сражаемся с отборным полком державы из Ингарты, состоящей из 6 сотен. 2 сотни мы уже развалили, осталось 4. Давайте в атаку. Это, кстати, очень тяжело, потому что очень большое количество у них воинов. А мне с каждым разом, конечно, тоже накидывают воинов для армии, но все равно у меня их меньше. И достаточно тяжело их вырезать каждый раз под ноль. Это с учетом даже того, что у меня одного убийств идет 20-25 и плюс-минус. Как когда, скажем так. Я, правда, стараюсь не влетать особо, потому что у меня очень сильно проседает жизнь. Я сильно побит, так сказать. Но все равно. Хорошо. Да, конец ролика был без комментариев, потому что, ну, нечего особо комментировать. Ты просто как лесоруб работаешь на этом уровне. Плюс очень сильно большое количество варгов. Просто дофигище. Ты, блин, не успеваешь за ними бегать. Их такое количество. Я периодически пытаюсь выбить варгов, которые рядом пробегают, чтобы хоть как-то облегчить дальнейшее. Потому что позже, когда приходит до самого... до войны, так сказать, когда остаются только варги, бегать за ними очень скучно и не так уж и весело. Ай, дурацкие собаки, блин, я не смог подняться из-за пса. Ненавижу псов. Точнее, песиков я люблю, но ненавижу эту херню. Как только, видите, как только я пал, меня сразу убили одного. Ну, у меня очень мало здоровья, не хочу влетать. А, может вы, блин, будете ехать, а не идти за одним полудурком, дебилы вы. Кошмар какой-то, боже. Понабираю вот это вот по объявлению идиотов защищать страну и государство. А в итоге получается что? Правильно, ни черта хорошего. Фу, аж горло пересохло. А может ты побежишь, блин, а не будешь стоять тупо? Посмотрите на этого ублюдка. Он просто идет. Ты на войне, блин, или на учениях? Что за херня? Почему ты еле идешь? Что с тобой не так, тварь? Одного оглушили. Того 97 должно остаться еще. Фух, против 6 сотен это, конечно, перебор, у меня война идет. Вот еще одного оглушили. Ну и все меньше и меньше остается у меня воинов, я имею в виду. Блин. Рыцаря убили, Арнора. Жаль, он не мне нравится. Хоть одного убил. Ваши воины дрогнули. Почему? Гребаные лучники! А, этот придурок наконец-то на расстоянии выстрела. Ну вы посмотрите на него, ты падла на войне или на балете, что за херня с тобой не так? Ну блин, я сейчас сдохну просто. Мне тут особо делать нечего, я просто подохну, меня убьют. Так, а где мои эти воины еще? Моих воинов много уже перебили. Должны были, по идее, подкинуть еще парочку.
Серьезно? Я победил? Неожиданно. Это реально неожиданно, потому что я этого не ожидал. 280 осталось. Фух. Вот почему эти бегут, те побежали в другую сторону, придурки. Ну, видите, сколько у меня жизней. Но мне надо держаться подальше, потому что меня просто убьют, и тогда придется проклацыванием делать это все. А проклацывание, сами понимаете, ничего хорошего мне не даст. У меня 90 воинов, у них 280, блин. Знаете, что получится в итоге? В итоге у меня всех убьют. Вот и все. Я всех потеряю. Я сейчас что, зря вот это вот 6 сотен идиотов перебивать пытаюсь. Перебивать. В общем, убить. Ну, пока... Пока вроде неплохо идем, даже с учетом того, что оглушают. Извините, я ближе не хочу подъезжать. Понимаю, что ни черта не видно там в войне. Но я просто умру, если подъеду слишком близко. Видите, собаки бегают. Ваши воины идут. Вы убили, блин, целую кучу народу. У вас убили одного и четырех оглушили. Ваши воины дрогнули. Почему? Что не так с вами? А, да, вся проблема в том, что у меня воины идиоты. Вот этот придурок и вот этот, вот почему они тут стоят? Что вы тут делаете? Чего вы тут стоите, а? В атаку. Назад не умеете сдавать или что, блин? Ну. Ура. А ты че радуешься, тварь? Ты тут тупо стоял, блин. Большую часть времени. 200 осталось. Две сотни против четырех. Ну, я имею в виду, что четыре мы уже убили, осталось две. Конечно, это тяжело, потому что такое количество народу фиг убьешь. Ну и плюс, я слишком сильно покорежен, мне прям плохо, знаете, мне плохо. Единственная надежда это на то, что у меня достаточно уже сильно прокачанные ребята. И не смогут хоть как-то вытащить эту ситуацию. Умный, да? Поумнее видали. Гребаная псина. Да не...
Почему вы сражаетесь против самых бесполезных в их компашке? Я их слишком далеко взял. Да стой ты на месте, тварь! Спасибо. Воу-воу-воу-воу-воу. Не мешайся ты. Вы посмотрите, эти падлы еще и мешаются. Ну, есть. Сбил его с лошадки, его гребаной. А он свалил. Фух. Восемь раненых. 129 осталось. Да, у меня уже резервы идут в бой прям. Прям резервы, резервы. Ну, я пойму, что у меня закончились воины тогда, когда у меня появятся рейнджеры тут. У меня ниже всех стоят рейнджеры, их там 11 человек. Эльфов, точнее. Не, человек, да, человек, это гондорские ребята. Ну, это прям битва-битва, знаете. Фух, 6 сотен на сотню. 6 на одного, грубо говоря. Это, конечно, мощно, мощно. Как вовремя они всегда появляются, вы не представляете. Прямо у меня на пути. Хорошо, что я прям не ехал сквозь их строй, а то мне точно бы дали пару раз по голове, и я сдох бы. Да мне сейчас, по сути, две стрелы словить, и все. И мне лапти. Лапти. Семьдесят семь у меня осталось против 62. А вот и рейнджеры пошли. Все. Еще чуть-чуть, и мои войска покажут дно. Фух, 600 это много. Сейчас придется ездить и собирать всех молодых воинов и оруженосцев для того, чтобы восстановить хоть как-то свою популяцию ребят. Но зато, по идее, прям все плохо у Изенгарда будет после этого. Они прям под... на грани будут, и все. Я ближе подъезжать не буду, а то у меня прям... Есть такая привычка в самом конце слиться.
прям любят такое со мной сделать, ребятки. Знаете, самый конец, когда я просто уже все, два удара и победил, и тут такой бах, и ты сдох. Ну, вроде все. Хорошо. Это мне, честно, не особо нужно просто. 102 всего лишь. Ранен, ранен, ранен. 2 всадника. Страж. 3 оруженосца. 2 ветерана. Конник, наконец-то. Со стражей получаются конники, будем знать. Обалденно. Да, а потом с них получаются уже рыцари. Шикарно. Выше. Еще выше. Еще выше. 5 брегу. Шикарно. 5 брегу это шикарно, прям... Хорошо, давайте сохранимся. Не хотелось бы сейчас просто умереть на ровном месте. Хорнбург. А с Изенгардом что? С учетом того, что я убил 6 сотен их воинов. Может, кто-то мне там, знаете, подкинет информацию как-то. Типа, Изенгарду все, лапти. Покажи мне, что у тебя есть. Нет, не имеет смысла просто сейчас брать это. Мы можем съездить, знаете, куда? Правильно, в Хорнбург. Ай, надо в сторону Гондора выдвигаться, потому что прям все плохо там. Прикольно. Почему я об этом не знал? Или имеется в виду, что я уничтожил этих ребят, это как раз и была держава Изенгард. 2 оруженосца забираем. Что у нас там? Пум, луины. Вот, вот весь незанятый кусок, видите, вот этот. Это вообще нормально. Так, не то, казармы. 5 оруженосцев забираем. Продолжить. Я наконец-то разбил Изенгард. Аллилуйя. Я долго этого ждал на самом деле, потому что Изенгард меня прям бесил. Но меня интересует теперь одно. Почему в Изенгарде нельзя было... Не разрушить его, а просто занять. Там как бы укрепления неплохие, все такое. Осаждает минус 9. Ну, все как обычно. Так. Оруженосцы выше. Мне прям нужно, чтобы оруженосцы качались. Ну, ожидаемо на самом деле. При всем желании. Опа, а куда это все движутся? Что за движняк? Минас Тирит? Серьезно? Может, они реально помогать едут? Слушайте, если они едут помогать, это прям шикарно. Да, мы как только так сразу слушаем.
Может, они реально помогут? Да. Не. Воевать не наше, я понял. Смысла не отменять. А куда едут-то? Осаждать кого-то, воевать против кого-то нет. О, тут война на войну. $600 на $700. 400 на 500, 400 на 100. Сбежал. Удивительно прям. У меня 55 из 113 воинов осталось. Ладно. Ну вот и смотри, какую я коняшку добыл. Зато все готовы к повышению. Ну и по идее мы сейчас харадов сильно... Сильно харадов так унизили. Во-первых, я привел тебе пленных, забирай их всех. А во-вторых, мне нужны воины. Забираем. Да, я забираю всех, просто всех. И все равно мне еще не хватает 20 человек, но не в этом суть. Во-первых, валим. Хорошо, на этом давайте мы закончим на сегодня. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.